Проект носит название «Глобальный проект Байконур». Начался проект с велокоманды. Велокоманда сегодня уже существует. Выступают сегодня, гонщики выступают в Бельгии на международных соревнованиях. База у них находится в Бельгии. Команда была презентирована в этом году. Дальше также был реализован, на сегодняшний день реализуется проект, заключен договор между бельгийской автобусной компанией Van Hool и СПК Байконур по производству автобусов марки Байконур. Вот сегодня за короткий срок наша компания Каспий Сервис сделала большую работу за 6 месяцев. Мы провели такую грандиозную работу. Сегодня марку автобуса Байконур мы могли представить ее, мы показали ее на форуме экономическом в Астане. Он побывал у нас и в Москве, и в Европе поколесил. То есть достаточно большой, когда он приехал в Европу, хочу сказать, что многие желающие хотели уже, скажем, в парижане залезть в автобус и уехать в Байконур. Дальнейшая, конечно, реализация – это участие в международных специализированных выставках. Как раз-таки на тех выставках это площадка, где для привлечения туризма как раз-таки, да, мы можем общаться с туроператорами. Сегодня есть большой интерес, но необходимо. Есть специальные специализированные выставки – Лондон, Мадрид, Берлин, их три. Основные, где как раз-таки мы планируем участвовать. Автобусный завод будет у нас в Кызылординской области, в Кызылорде. На сегодняшний день у нас после переговоров достигнуто соглашение. Сегодня объем инвестиций порядка 10 миллионов с обеих сторон. Мы на финишной прямой.